Мы переносимся сейчас в год 1961, и именно тогда, в 60-х годах, на экранах страны появились интересные фильмы. Это «Королева Шантеклера» и, конечно, «Королева бензоколонки». Да, я понимаю вас, Юрий Александрович. И как раз тогда рождается хит-песня «Королева красоты» композитора Арно Бабаджаняна. И сегодня ее исполняет специалист по обслуживанию физических лиц Краснопресненского отделения Московского банка Сбербанка России Александр Лазарев. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, за окошком ты сидишь. С очень милой улыбкой на клиента смотришь ты. Ты зовешь себе без ошибки эталоном доброты. Одной тобой любуюсь, ведь сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше милой все равно. Полюбил тебя я сразу, ты вошла в мои мечты. Из малюсенькой сберкассы королева красоты. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света, за окошком ты сидишь. С очень милой улыбкой на клиентов смотришь ты. И зовешься без ошибки королевы красоты. И зовешься без ошибки королевы красоты. Королевы красоты. Спасибо, Саша. Спасибо большое, Александр. Дорогие женщины Сбербанка, от лица мужчин Сбербанка, нашего творческого коллектива Сбертеатр России, хочу поздравить вас с Международным женским днем 8 марта. Пожелать вам счастья, здоровья, терпения, любви. И чтобы вас всегда окружали очень хорошие, добрые люди, коллеги и друзья. С праздником вас, дорогие женщины.